Всем привет! Это канал «Разговор с Богом», ее ведущий Крутов Сергей. Сегодня я покажу вам собственный ритуал. Но первоначально мы будем проверять, есть ли у нас порча или нет. А второй момент мы будем... В общем-то, я покажу, как это может снять порчу с нас, в общем-то, или с глаз. Но, знаете, единственное, что я могу сказать, что порча – это, в общем-то, профессиональный человек может вам только наложить ее. С глаз, да, возможно, случайно, может быть, негативное слово или что-то еще. Может быть. Поэтому сегодня у нас собрал вот некоторые иконы, стакан с водой. Так, иконы какие у нас тут? Владимирская Божья Мать. Потом Пантелеймон, он же целитель. Что еще? Иисус Христос, Спаситель. Потом еще Николай Угодник. И вот это забыл, как называется, честно говоря, икона, но она помогает. И так, кто вспомнит, как называется эта икона, напишите в комментарии. Так. И вот при помощи этих икон, еще стакан для святой воды обязательно. И как всегда, я набрал немного святой воды. Но это позже. Что мы делаем? Для начала мы будем смотреть, как капает. Воск. Если черный воск, темный, значит, это действительно на нас стоит порча. Если большие капли, тоже возможно, есть такой вариант порчи. Но, в общем-то, в принципе, хватит. Сейчас посмотрим на воду. Вот смотрите, в принципе, капли стандартные, ну, черного воска нету, но много слепленных рисунок рисуется, в общем-то вот такое, но я в дальнейшем буду рассказывать вообще про рисунки эти. Со свечами посмотрим. Так, в общем-то, мы проверили, что-то есть такое, но порчи нет, но какой-то глаз есть, в принципе, да, потому что соединяется. Так, воду можно выливать. Что делаем дальше?
Дальше мы наливаем святую воду. Так, дальше мы наливаем святую воду. Но я думаю, не буду пока, как я это буду делать. Вы и так поймете, что я налил воду святую. Да, к сожалению, может быть, я не покажу перед Кришной, но надеюсь, вы мне поверите, что я здесь выпью воду, перекрещусь перед этим. Так, вот она вода, тут видно. И что будем делать? Дальше мы помолимся, как обычно. И каждый может молиться по-своему. Кто-то начитанную молитву делает. Я вот не начитанную молитву делаю. Каждый раз она может быть разной. Но в принципе главное искренность молитвы. Вот и все. Если вы будете искренне молиться, то значит у вас все получится. Господь, спасибо за все, что ты делаешь для нас, за все, что будешь делать и делал, за все, что ты даешь, давал и будешь давать. Спасибо за все, что приносишь в мою жизнь. Я прошу от имени всех святых, Господь, помоги избавиться от сглаза, от наведенной порчи, если она таковая и есть. Помоги мне избавиться от всех недуг, от черной этой полосы, от всего, что мне касается в этом деле. Спасибо, Господь, что слышишь меня и выслушиваешь. Аминь. Вот я перекрестился и выпиваю святую воду. Только после перекрещения выпиваю святую воду. Вот. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить мои новые видео. А я вам буду записывать новые контент. Всем пока!